Компания Element производит электротены для кипения. Особенность данного изделия в том, что тен устанавливается сверху в емкость и имеет большую мощность – 11 кВт на 380 вольт. Также очень важный момент – это ненагреваемая зона. От начала трубы длина холодной зоны 22 см, что позволяет греть только нижнюю часть емкости. И если вода уходит до половины бака, тен продолжает работать. Многие производители тенов не учитывают холодную зону и устанавливают тены с полным нагревом, сразу от начала трубы. В таком случае тены верхней установки быстро перегорают. Если тен изготовлен из нержавейки или меди, вы с легкостью определите длину зоны с помощью магнита. Опуская его вниз по тену, он будет магнититься, пока есть шпилька. Там, где магнит отпадает, начинается нагреваемая зона. А заказать тены любой сложности с ненагреваемой зоной от 10 до 22 см можно у нас на сайте elementtm.com.ua или по телефону 050 631 97 99. А ссылка на наш сайт находится в описании под видео.